Отличительное качество военных пилотов – профессионализм и ответственность. Сегодня легендарный полтинник уверенно решает самые сложные и разнообразные задачи и остается одним из лучших в военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны. Основой нашего успеха стала преемственность поколений. Именно сохранение и приумножение традиций, которые заложены старшим поколением воинов-авиаторов. Мы просто не имеем права летать и служить иначе. Мы должны быть лучше всегда и во всем. Авиационная база и вообще военный коллектив – это как большая спортивная команда. И ее объединять может только человек, который может стать лидером. Для меня нет ничего невозможного. Под этим девизом он управляет базой, руководит личным составом, решает все задачи, которые возлагаются на базу по предназначению. В боевом строю авиаторов несколько типов летательных аппаратов. Умение объединять крылатые и винтокрылые машины и людей, которые ими управляют, в решении задач боеготовности – важнейшее искусство командира. Все эти годы я удивляюсь той неуемной человеческой энергии, с которой он относится к своей профессии и к своей работе. Имея колоссальный опыт налета практически на всех транспортных самолетах, он всячески передает свой летный опыт молодым командирам кораблей, молодым летчикам. 2016 для авиаторов стал по-настоящему успешным. В копилку лег опыт целого ряда учений, освоение новых вертолетов, серебро в авиадарте. И в каждой победе есть значимый вклад командира, для которого высокие достижения полтинника – дело принципа и смысл службы. Владислав Кирий, Николай Певец, телекомпания «Воен-ТВ», специально для программы «Наше утро».